Ну как и не гривень должно быть. Итак, я начинаю один из ритуалов, который будет освещать вашу крепость новую. Ворота. Salve Janus Patre, Janus Grifonis, Janus Patricos, Janus Domesticus, приветствую тебя, Бог наш, Janus, Бог Отец, Бог Защитник дверей, приделай крылья нашим молитвам и позволи пройти через твои врата. Прими наше подношение. И позволь нашим молитвам проходить в мир богов, в мир ярких. Теперь же, Janus, позволь этому месту быть вратами. И позволь нашим молитвам пройти через эти врата. С этой целью мы приносим тебе эти подношения. Позволь этому месту быть местом ярких. Прими нашу молитву. Janus Patriculus, admite nos in paratetum nominum lucentium portare aperatum. Вратам позволено быть открытым. Тебе, Отец, я преподношу эти молитвы. Тебе, Janus, я молюсь. Защити этих людей. Защити эту крепость. Пусть не чувствуют они себя в безопасности в этой крепости. Же руки свои масляные и оставь свет рук своих на дверных проемах крепости этой. Пусть стены этой крепости будут подобны стеблям пшеницы. Кто не ломает этот портрет, защити ее, защити от внешних и внутренних врагов и тех, кто будет в этой крепости. Не дай поругать врагам имя твое. Curia salorum, numina presentum, Jane, sibi finum, tura nominum vero. Uti posa adium petu, cu lumina, en quas piqua volor habes deas. Теперь же, Janus, я предаю тебе, прежде чем я буду молиться другим богам, я преподношу тебе эти сладкие булочки и это вино. Через тебя именно я хочу просить других богов. Salvete numinae et dignites. Боги, что здесь. Прошу вас, хранители этой земли, будьте с этими людьми и защитите эту крепость. Защитите римский покой от внешних и внутренних врагов, от видимых и невидимых врагов. Защитите ее. Эти же люди будут чтить вас и давать вам дары. Numina et dignitas, macht hoc sacrificio. Великие, благословите нас. Узрите сердца этих людей. Мы же поблагодарим тех, кто помогал нам, тех, кто был с нами. Janus Patre Patriculus, gratius tibi agimus.
Я прошу вас произнести эти три слова. Gratis vivis agimus. Gratis vivis agimus. Громче! Gratis vivis agimus. Духи этой земли, numina et dignitis. Macte hoc sacrificio. Janus великий, теперь же позволь всему, что здесь было, быть тем, что оно есть. Если что-то мы сделали здесь не так, прошу простить нас, но прибудь с нами. Позволь же этому месту быть тем, чем оно было раньше. Позволь же этому месту быть урной и этой крепостью, быть святым местом твоим. Вратам лишь пусть будут вратами. Портае ладиатур. Врата могут быть закрыты. Janus Pater услышал нас. Благодарю тебя. И преподношу это благоухание имени твоему. За то, что ты был с нами. И призываю тебя в свидетели, что эти люди и эта крепость служат лишь тебе. И Риму. Сарве, Патрик.